Самые красивые девушки, конечно, живут в России. Но есть и другие страны бывшего СССР, которые могут похвастаться своими красавицами. Большинство из них снимаются в местном кино и играют в театрах своей страны. И если покопаться внимательно, то найдутся и те, которые добились успеха в России. Большинство из нас знает Равшану Куркову, которая стала популярной благодаря сериалу Барвиха. Затем снялась во многих фильмах и телевизионных проектах. Равшану называют одной из самых красивых женщин России, немного забывая, что родом она из Узбекистана. Она родилась в Ташкенте, а затем переехала в столицу и построила шикарную карьеру. И да, за последние 20 лет она практически не изменилась. Все такая же красотка. Зиода Кабилова пока популярна только в родном Узбекистане. Интересно, что изначально она планировала стать певицей и даже победила в нескольких музыкальных конкурсах. Только потом девушка осознала, что хочет большего и пошла на актерские курсы. И теперь в ее послужном списке больше десятка ролей. У Ситоры Формоновой удивительная судьба. Сейчас она находится в опале у правительства, потому что в своих юмористических проектах высмеивала узбекский народ. Из-за этого... У нее отобрали лицензию и запретили заниматься творческой деятельностью. Но еще несколько лет назад она была звездой экрана. Во-первых, это команда КВН «Азия Микс», где она солировала, а после она снялась в популярных комедиях и стала одним из лидеров этого жанра. Но, как видим, это сыграло с ней злую шутку. Шахзода Матчанова. При виде этой красавицы даже не сразу поверишь, что она и не думала становиться актрисой. Девушка собиралась стать дипломатом и обучалась в Университете мировой экономики в Ташкенте. При этом любила фотографироваться и регулярно публиковала контент в соцсетях. Так ее заметили продюсеры, которые пригласили ее в кино, где она быстро переориентировалась и стала звездой своей страны. В отличие от других девушек, Камилла Мухлисова с детства тяготела к актерству. И говорила, что хочет заниматься именно этим. После школы она отправилась поступать в Гитис к народной артистке России Елене Шаниной, а затем практиковалась в московской школе нового кино. В результате наша знаменитость снялась в таких фильмах, как «В чужом краю» и «Побег из Москва-Бада».